Однако здравствуйте, с вами Камиль, и мы продолжаем прохождение Dead Space Remake. В прошлой серии мы включили топливные капсулы, так понимаю, заполнили снова баки горючим. Теперь мы должны включить гравитационную центрифугу, а потом перезапустить двигатели, чтобы перестать падать на Гиду 7. В ином случае, естественно, нам трындец. Вот. Мы нашли труборез внезапно, который оказался достаточно приятной штукой против рядовых некроморфов, особенно среди детишек. А также нашли уникальные апгрейды для винтовки и плазменного резака. Ну как нашли? Мы их купили. Они, оказывается, теперь продаются. И так как в каждом из них идет силовой узел, покупать их строго обязательно, я считаю, вместо обычных силовых узлов. Так обязательная деконтаминация. Интересно, нас будут атаковать, я не помню, на пути сюда или на пути обратно. Так, кстати, спак. Security level. Не знаю, насколько большая разница между наличием допуска и его отсутствием, просто открыванием дверей по ходу игры. Конечно, вообще нет, разница есть. Она в интересе. То есть интереснее играть, когда ты знаешь, что осталось что-то позади закрытое. Ты прям ждешь нового уровня допуска. Мы заберем с собой. Потому что нам это обязательно пригодится. Кстати, здесь во второй воркбенч, я зря бегал назад. Забыл, совсем забыл. Еще медпак. Отлично. Так, текстлог, но мы его пока не будем открыть. Можно? Отлично. Теперь текстлог, читаем. Стабильные переводы. Журнал инженерной палубы. Время проверки 1738 часов, да, так понимаю. Инспекция. 5 из 5 зон проверены. Состояние. Не знаю, что значит сапар? Суп какой-то. Уведомление заполнено. Больше пропаж, исчезновений. Это не просто прятки генетологов для религиозных... религиозных чего? Exempt. Забыл слово. Или, в общем, для чего-то религиозного их штук. Мы наблюдаем серьезные пробелы в сменах. Люди заболевают с депривацией сна, с членовредительством или просто пропадают. Они пропускают смены и не возвращаются. Уходят со смен и не возвращаются. Кто-то говорит, что корабль атаковали. Но мне это кажется фигня. Мы черт знает где. Кто вообще пойдет сюда, чтобы атаковать чертов добывающий корабль? И да, капитан мертв, но Кармак сказал, что... Но Кармак сказал, что один из членов мостика его убил. Я клянусь богом, слухи на этой палубе уходят из-под контроля. Так, обновление. Потерял контакт с мостиком. Не реглинг, не... охранная сеть, ничего. Окей, это что-то за пределами слухов. Нафиг, я сваливаю, как только смогу. А, я сваливаю, пока могу. Вот так вот. По этим уникальным апгрейдам. Для винтовки мы нашли ускорение скорострельности, а для плазмокаттера увеличение магазина большое. И еще увеличение урона со временем. Вот, ну вот так сделать. Запускаем наше дело. Прекрасная комната. Все-таки, наверное, на обратном пути, да? Не на этом. Выпью чаю. Если на меня кто-то сейчас напрыгнет, это будет фиаско. Ну, вроде я вернулся, а никто не напрыгнет. Да ведь? Где? Это мелкие, понял. Блин, зачем я это сделал? Он уже стрельнул в ту секунду. Вот это фиаско, братан. Блин, чудесно. Да хорош. Твою медь. Урод. Смотрите, прямо одновременно с нами бегает. И в тумане его вообще не видно. Бей свою фигню, а. Хорош носиться туда-сюда. Вам как в Калиста, блин.
так, напрягающе. Надо бы пилорезом их разрезать нафиг. Хе-хе, ну ладно. Я еще раз. Блин, я же не использовал сегодня. Твою медь! Не-не-не-не-не, беги, беги, Айзек, беги! Что творишь? О, нет, какой большой тварь. Шо, урод. Где его все штыки? Вот они. Отлично. Че, кто-нибудь? Все-таки атакуют на этой стороне, да? Мне бы стазис перезарядить, я был бы счастлив. Ой, спасибо за то, что закончили декатаминацию. Всегда пожалуйста. Да, спасибо за терпение. Я говорю, пожалуйста. Что это? О, средняя аптечка. Нойс. Лезвие трубореза. Тоже нойс. Ботинки инженерные, патроны для винтовки. Отлично. Наша спидла языка. Блин, конечно, вот когда будет машина помощнее... О, блин. Мне это не нравится. Тоже два контроля, да? Значит, пойдем в другую сторону. Ну что? Нас встречают? Или нас... не встречают? Что за... куча наростов и пауэрнот. Ну, нойс. О, черт, тут... реально человеческие тела, да, кости. Офигеть, конечно. Левиафан разросся как не в себя. Жрет, наверное, на каше дармовой. На дармовых щах. О, опять вы. Неа. Ну-ка, тварь. Блин, попал. Тоже, блин. Алло. Так, всех разрезали. Нойс. И второй. Блин, я использовал среднюю аптечку, да? Твою медь, почему она используется первее, чем маленькая? Ладно. Эта сволочь нас поймает на обратном пути, да ведь? Правильно помню. Ее спуск кровищи... и сос. Там? Чё нет? Чё нет? Масса кровищи, расчлененка и текстлог. Давайте читать. Недоступен X для основного сообщения приоритетного. Транскрипт приведен для места, которое есть, для доступного места. В общем, это опять разговор Темпла и Денверса. Темпл спрашивает, там ли некий Дженк, и что там их удерживает. Центрифуга отключена, мы теряем время. У нас уходит время. И что Денверс отвечает, что нет контакта с Реглинком, как только они, с тех пор, как они ушли. Может, они все? Того? Темпл говорит, что мы вооружены всем, чем есть. Все, что у нас было. Они бы нам сообщили, если бы у них были проблемы. И что, говорит, они что, просто взяли и провалились в гребаную дыру? А, вот здесь, да, возле дыры, судя по всему. Здесь у нас целая тектоническая нагрузка, которая тянет нашу задницу вниз. Что, Денвер спрашивает, что если мы отключим гравитационный захват и отключим и сбросим груз вниз, купим себе время? На что Темпл отвечает, что он пробовал. Но пока... так. Но пока я не выдеру половину проводки корабля, нужен доступ члена совета CEC, чтобы сбросить всю эту руду.
не могут рисковать чертовыми активами. И без центрифуги, которая может сбалансировать корабль, мы упадем буквально в считанные часы. И то, если нам повезет. Понятно, в общем, всю палубу здесь раздолбило щупальца. Ладно, вот они все и пропали, поэтому нет контакта с реглинком. Скорее всего, они шли включать центрифугу, и тут они направились на щупальца. Левиафана. Бедолаги. Интересные детали. Опять хочу похвалить Motive за то, что они не лезут в оригинальный сюжет, а просто дополняют его различными деталями, прикольными моментами, дополнительными диалогами. Вот это, блин, для чего это классный подход? Как бы он очевиден, но так мало людей его использовали, так мало ремейков сделаны классно. А Dead Space, пока, на мой взгляд, фактически образцовый ремейк за некоторыми, конечно, моментами. Ёпарасоте. Да, центрифуга отключена, это мы знаем. Сейчас будем включать. О, зарядка стазиса, наконец-то. Наконец-то зарядка стазиса. Прекрасно. Прекрасно. Кислород. Я знаю, что нам пригодится. Где ты, мразь? Где? Где? Так, полетаем, а то я не вижу. Где эти сволочи? Видите их? Где-нибудь? Ага, ага, вот ты где, псина. Ты там, да? Теперь. Ага, ага. Он пролетел, блин. Скрытный жопы, капец. Ну это сколько скрытный, сколько у нас, блин, фонарик, говно. Фонарик реально говно. Так, давайте-ка сваливать отсюда. Сваливайте, подтянем себе штуки, чтобы драться с ними, так сказать, на поверхности. А то не прыгают, фонарик фиговый. Мы тупо не видим, откуда нас атакуют. Давайте, мрази, ходите. Зарядиться. Блин, стрельбу, конечно, выглядит мощной. А, патроны? А, это я перезарядился. Прикольно. Где? Что, под нами? Можем не тратить время и просто пойти туда, куда надо пойти, и не париться. Включить центрифугу, они сами умрут. Ладно. Погнали. Есть что-нибудь интересное? Помимо гравий-захвата, так сказать. О! Да-да-да-да, удачи, блин, догнать меня на движках. Жалкий некр. Так, есть что-нибудь? Чувак летает себе просто там... Опа, трупик. Я его, конечно, поломала. Жесть. Есть тут что-нибудь?
мы не сможем ничего сделать, пока не включены гравизахваты, да? Да. Где? То есть? Так, это интересно. И как нам можно их воткнуть, если у нас нету... То есть они не включаются банально? Может их заставить сначала? Вот так делать? Шо! Твою медь, все-таки... Пролетела псина. Попала, вот допрыгалась. Так, можно там заставить их сначала нужно. Берем. Вперед и берем так. Чик. Теперь. А, понятно. И в принципе не включаясь, потому что крутится. А я могу использовать кинезис и ставить на время. Да ёк покорёк, опять дружок пролетела. На, получи, урод. Мы были взбиты и убиты, господа. Операция противника завершилась полным успехом. Два из двух нападений были с потерей здоровья Айзеком. Настоящие спецназовцы, блин, в этой темноте работают. На милую душу. Фу, интересно, автосейв будет? Здесь будет. О, какая мощная, офигеть. Сейчас пойдет просто вращение на всех уровнях, да? Пойдемте. Ну, сейчас двигаться. Looks like the centrifuge is back online. All that's left is restarting the engines, right? Ready when you are. Так, в теории, ну, нужно лучше бы пролететь. Да, а можно в центре держаться центрифуги, допустим? Нет, мы не можем пройти, да? Окей, побежали. Пожалуйста, только выжить, только выжить, только выжить, только выжить. А, ничего не вижу. Походу нам хана, да? Что-то я ничего не понял. В темноте ничего не видно. Вроде бы эта штука должна быть раньше. Но давайте подсветимся. Я еще, может, я мимо пробежал. Просто вот, ну вот, да. Что хочется поругать, кроме оружия, это темноту. Кстати, может, яркость побольше сделаем? Ну, чтобы было видно, так сказать. Графика. А, нет, не это. Вот это вот. На 60-ку, допустим. И... А, да, мы теперь здесь. Просто видеть в темноте. Ну, серьезно, это не в кайф совсем. Ну, лично мне, по крайней мере. Вот мы сейчас бежали, ты тыркались в темноте, мы не можем светить все фонариком одновременно. Looks like the centrifuge is back online. All that's left is restarting the engines, right? Ready when you are. Так, а там у нас все сломано, да? Или можем именно наперед пробежать? Это было забавно. О, к нам уже идут. Удачи. И побежали. Мне кажется, должны успеть. Фу-фу-фу. Блин, опять, пацаны, ну вы издеваетесь. Эй, кто мне попал? Как он меня задел? Это он меня задел? Ну это смешно. Серьезно. Все нормально, Айзек, не волнуйся, не волнуйся.
Там дальше бежать. Туда, да. А я не помню, кажется, в... Блин. Так, бежали. Оп. Залетаем. Почти добежал. Последнюю секунду, блин. Последнюю секунду, вот этот миллисекунду протормозили. В этом месте игра не прощает, не прощает. Давайте еще раз. Шимура. Планетарная команда. Нойс. Так, стоп. Заряжаемся кислородиком. Погнали. Шо? Стрелка крутится. Крутится, вертится, шар голубой. Вперед, еще раз там побежим. Так, там Хэмон говорит, что про двигатели, но я, блин, что-то его прослушал. Я сконцентрирован на центрифуге. Не полезет? А теперь? Теперь полезет, да? Ты уж ты самый умный. Хе-хе-хе. О, кислорода-то нет! Центрифуга, давай быстрее! Побежали, 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 не тормозим, не тормозим. Кислородец. Ты, и ты нафиг, окей? У меня есть турборез, у тебя его нет. До свидания. Умри. Пяточка. Так, следующий надо побежать теперь. Бежим. У нас просто реально очень мало времени было. Буквально вот совсем чуть-чуть. Кстати, а там еще одна камера есть, видели? Забежим, посмотрим. Давайте забежим. Пролетит. Значит, что есть кислородный баллон, который можем использовать. Мы можем проверить, что у нас здесь. Здесь у нас ничего там. А еще что-нибудь здесь? Нет, это было место, куда могли добежать, но не добежали. Давай, 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 проезжай. Так вот, найс. Интересная штука, конечно, центрифуга. Езжай быстрее. Нам кислород нужен. Срочно нужен кислород. Срочно. Сейчас, сейчас, сейчас. Потерпи, потерпи. Недалеко. Недалеко кислород. Кислорода нет, да? Понял. А, твою медь. Жопа. Ударил нас. То есть стазис. Подстава, подстава с кислородом. А я думал, там тайничок будет все-таки. Тайничка не было. Ну что ж, ладно. Давайте сейвиться. Вышли из вакуума, мы молодцы. И сейчас нас будет встречать штука. Так называемая штука. Так, берем нашу импульсную винтовку, она нам пригодится. Перезарядим плазменный резак. И вперед. Давай, давай, выходи, мразь. Здорово. О, блин, там лица. Ё-моё. Фига себе. Хорош, хорош. Хорош меня тащить. Умри. Умри, тебе говорят. Умри. Фуф. Офигеть, это тоже из тела людей, да, все, биомасса. Алло, деньги есть? А если найду? Ладно, давайте сваливать. Обратно и включать двигатель. Пора заканчивать с этой фигней. На обратной деконтаминации вроде не должно быть. А, просто не будет деконтаминации, понятно. Есть кто? Вы никого, Айзек боится, его можно понять. Или он просто... Или не боится, он просто бегает. Кстати, а я что? О, а тут что? А, ты открыл security clearance, да, здесь? Блин, еще кредит, я их не взял, что ли? Что-то было сейчас. Не понял, это что было? Что меня сейчас задело?
Мне дверь прищемила, что ли? Дверью палец прищемила? Не понял. Не понял. Интересно. Конечно, мы выпустили почти магазин, да, в это щупальце. Винтовка точно гораздо слабее, чем была. Прям гораздо слабее. Отлично, говорит, у нас топливохранилище открыто. К нему можно, через него можно попасть к основному узлу двигателя. К основному двигателю. Бронзовый полупроводник, продаем. Есть. Так, все остальное пока оставляем. Нам это пригодится, естественно, в больших количествах. Аптечки мы брать не будем. Сохранимся и пойдем. Надеюсь, мы выживем. Замес там будет знатный. Но, надеюсь, и припасы дадут нормально. Для всего этого дела. Пошлите. Очень мощный люк. Надеюсь, бой будет в помещении с гравитацией, а не наоборот. Я сказал помещение с гравитацией, да? Угу. Лежи здесь, окей. Друг мой, ЕПРСТ, не видно низги. Вот вообще ничего не видно, и фонарик дерьмо. CC was here for more than just a mining claim, huh? What do you mean? This outbreak started on the colony after the miners dug up some artifacts. Something alien. That's impossible. But it would explain why Aegis 7 is meant to be off limits, right? EarthGov's orders. When the miners found the artifact, they reported hallucinations, paranoia, suicide. But the Ishimura brought this marker on board anyway. Like that was a plan. Wait. The marker. Okay, back up. Where's this marker now? In cargo. All packaged up for delivery. В общем, Кендра связалась с нами и сказала, что тут ребята из Ишимуры были не просто так явно. Они прилетели за маркером, зачем-то инопланетным. Все началось в колонии, были вот эти убийства, суициды, паранойя и так далее. Но это не остановило экипаж Ишимуры от того, чтобы поднять на борт обелиск. Как будто бы это было планом, собственно, которого они придерживались. Айзек, естественно, узнал тот самый обелиск, который, ну, связан с церковью Унитологии. Но Хэммонд прервал его и спросил, где он находится. Что Кендра ответил, что он находится сейчас в этом. Нифига себе, спасибо за свет. Спасибо за свет, реально спасибо. Ой. Я свернулся и надеюсь, это не сломало запись. Случайно. Почему-то Alt. А, я нажал кнопку Windows, окей. Так. Окей. О чем я говорил? Да, Хэммонд спросил, где он, и Кендер ответил, что обелиск находится в грузовом отсеке. О, прикольно, полочка прям такая. Так, мы можем просто с любой стороны пролететь, да? Почему спуститься смогли, а подняться не смогли? Странно. Чик, измерились. Движки на костюме крутые. Так. Естественно, здесь начался трындец моментально, да? Пока ты встанешь, мы тебя немножечко подтопчем. Хе-хе-хе. Мы выключили к чертям чертову вентилятор. Наконец-то можно перераспределить энергию так, чтобы не потерять ничего. Только выиграть. Че ты меня так отштырило? Съесть что-нибудь? Вроде ничего, да? Еще, кстати говоря, все трупы, сколько я понимаю, они, ну, практически уникальны, судя по всему. Приземляемся, идем вперед. Интересный, конечно, проход такой. Крутые. Да, все шумит. Честь. Дай.
народ тут справлялся, собственно, с заражением, но их убили. С помощью огнемета, который мы сразу выложим. Нафиг, просто огнемет сразу в магазине выкладываем, и нам не нужны бесполезные патроны для огнемета. Никогда не любил огнемет, сомневаюсь, что он стал здесь лучше. Ну, можно проверить, конечно, но... Фаервол. Интересно, как это делается. Блин, надо его поставить. Подождите, мы можем таскать больше, чем 4 оружия, значит. Прикольно, конечно. Давайте проверим, конечно. Ёпэре, протискивание. Япона, мать, как-то все заросло. Офигеть. Ненавижу протискивание. Плохие флешбеки с Калиста. Неприятно. Надеюсь, это единственное место протискивания в игре. Ненавижу протискивание. Почему тут все такое заросшее? Офигеть. Тут явно какое-то тело будет, да? Да-да-да, мы знали, ребят. Заросший двигательный отсек. Открываем себе проход, да? Да. Умри, бедолага. Умри. Господи. Ну и жесть. Так, мы хотим затестить гидрозиновую горелку, нашу любимую. В скобочках любимую, конечно. Блин, когда у нас будет уровень 3, мы просто прошерстим весь корабль, чтобы открыть все, что не открыли. Такой простор для исследования, офигеть. Конечно, инженеры в какой-то момент перестали справляться с этой фигней. Вон там позвоночники, кости, все дела. Максимум приятных событий. Аудиолог, давайте слушать. My last log. Temple reporting. I can't raise anyone on Riglink. I think my team is gone. I found the kinesis module that someone used to bust the centrifuge. Burned out. Who would sabotage the Ishimura at a time like this? I'll report to the bridge. If anyone's left. And then I'm finding Elizabeth and getting us the hell off this ship. Ну, в общем, это последний доклад Темпла, в котором он говорит, что нашел кинезис модуль, при помощи которого вырубили центрифугу, и что кинезис сожжен. И вообще, кто бы мог заняться саботажем в такое-то время? Он отправляется на мостик, если там кто-то живой, и будет искать Элизабет, а потом сваливать с ней и с этого долбанного корабля. Надеюсь, кстати, в этой в ремейке у нас будет возможность... Ну, какой она цвета закрывается, да? Си, чувак. Бьем бедолагу. Блин, там лица, да, или мне кажется? Мне кажется, там как будто бы лица. Жесть. Что у нас будет возможность, если это ни для кого не спойлер, а те, кто смотрели мое прохождение Dead Space, точно знают, что это не спойлер. Что нам удастся в ремейке, нам в ремейке дадут возможность спасти Темпла Элизабет. Это будет прекрасно. Хотя, конечно, это не канонично, но я, в принципе, не против. Ребят, дайте мне спасти Темпла и Элизабет. Они классные ребята, они выживали не хуже, чем Айзек. Не гребаный Мерсер. Ну вот, я его вообще не вижу смысла качать. Вообще не вижу, совершенно нуль. Просто ничего не нужно качать в нем. Скорострельность прокачать, но просто, мне кажется, будут жрать наши патроны в больших количествах. У нас еще два спецапгрейда. А на дамаг, разве что, 4 узла. Не, много 4 узла. А, мы хотели сюда прокачать, да? Слушай, давай качнем. А, что это? Rate of fire нам не нужно. Reload time. Чик. Опа. Ну, посмотрим, как это работает. Насколько мощным станет наш плазменный резак теперь. Кстати. Думаю, можно было бы сделать его поширше. Так, нам на ту сторону, да? Слышу дверь, которая внизу сломана. Давай, взрывайся нафиг. Дерьмо. О, блин, поиметь. Ступаем.
О, слушайте, огнемет кажется мне более внушающим доверие. Прям такой мощные звуки издает, мощные. Еще один погибший инженер. Чувак, ну у тебя Рик в порядке, в принципе. Понятно, Рик не в порядке. Хотя казалось бы, да? Но у него действительно был полный Рик. Ладно, прости, чувак. Так надо. Чтобы никто не... Слушайте, поджигаем и бьем. Это тоже, в принципе, схема. Огонь будет носить дополнительный урон. О, 1200 кредитов. Вот это богато. Дорого-богато. Да. Так, те самые ворота. Отвали-ка, родной. Ага, из него уже никто не полезет, да? Думаю, не полезет. Так, нам нужно туда. Хорошо, но сначала мы исследуем, естественно, все здесь. Здесь он умер. Это будет вполне гуманно, я считаю. Так, полезет ли кто-нибудь здесь? Вопрос. Опа, зарядка стазиса. Прекрасно. Никто не полез. Удивительно. Всем никто не полез даже. Даже совсем никто. Лифт не работает, а вот что это у нас? Комната припасов нижней палубы. Это для нас полезно, я думаю. И что? Не кончилось место? Да, действительно, у меня кончилось место, но мы можем использовать целые две аптечки. У нас есть паки есть. Надеюсь, найдем магаз. Что мы еще нашли? А, проводник и еще там после этого есть схема. Передаем. Чего нет? Ничего нет. А-ха-ха-ха, притворюшка. Кто он быстро умер? Будем использовать огнемет по максимуму, раз он у нас есть. Да твою дивизию, как меня бесит плевальщики. Просто 2 хп за раз. Серьезно, как я их ненавижу. Вы бы знали. Еще кто-нибудь? Так, падение неизбежно. Срочно скорректируйте курс. Ну хорошо, мы постараемся. Возьмем свой баллон, который нам точно пригодится. Засейвимся. Окей, сейвились. Теперь проверим сначала комнату контроля. Здесь комната управления. Га, патроны на гидрозиновую горелку. Отлично. Даже полные патроны. Мы не проверили альтернативный огонь, но пока не буду его тратить, потому что он жрет кучу боеприпасов. Тес, куда он идет? Куда он ведет этот путь?
Кстати, на добывающую палубу мы не скоро пойдем, да ведь? А, это возвращение наверх, на базу. Прекрасно. Мы здесь вернемся. Побежали назад, значит. К нашему главному замесу, так сказать. Который нас ждет впереди. Этот бой, ой, этот бой даже в оригинале был весьма сложным, насколько я помню. А здесь, скорее всего, и того подавно. Будет вообще веселье. Слушайте, угорек-то нормально работает. Мы прям его сожгли за 5 выстрелов. Здорово. Ага. Следующий. Блин, понятно. Дурак нам тоже ползет, да? Так, ну значит все, можно без проблем в него стрелять. Темно, конечно, как... Блин, не буду говорить где. Замените топливную ячейку, чтобы начать процесс... Ага. Чтобы начать процесс зажигания двигателя. Прекрасно, прекрасно. Кстати, предлагаю, прежде чем это сделать, пойти еще раз сохраниться, потому что нам не придется с врагами сражаться повторно. Предлагаю набросать по всей карте баллонов. Более доступные, так сказать, места. Да спокойно ты, блин, родная. Сейчас мы все включим. Сейчас все включим, все будет нормально, реально. Вообще, все будет хорошо. Главное не палить так, чтобы... Опа, вижу вон Power Cell, где нет... Здесь у нас всякие штуки. Открываем, забираем. Это просто ящик. Еще стая из капсулы вижу. Изучим поле боя, так сказать, раз уж нам здесь воевать. О, свободный Power Cell. Просто его поставим, пожалуй, вниз вот так вот. Сюда вот пока мест. Пусть стоит. Ставить мы пока, естественно, его не будем. Чтобы не вызывать лишнего... беспокойство среди местных. Изучим локацию, соберем плюшки. Вроде таких вот, допустим. Главное не взорвать их все разом. Вот в чем наша главная опасность. Так сказать, так сказать. И что, ничего нет? Да я сейчас заменю, родная. Ты потерпи немножечко, ладно? Так, здесь вроде все взяли, да? Наверх. Мне кажется, серия будет длинная. Я, кажется, уже час записываю. Топливо огнемета. Ну, прекрасно. Здесь ничего нет. Здесь нужно вставить пауэр. Мы сейчас вставим его. Самый пауэр. Вставим и начнем воевать. Power Cell, конечно, здесь мощные ячейки питания. Фу, блин, чуть не умер сейчас от этого чувака. Я просто... это да. Это мощно было, конечно. Сам себя напугал. Ах, вот я обломился сейчас, да? Что надо было... Надо было... Чуть попозже это... Ах, тут тварь. Тухни. Что, надо было сначала сохраниться, да? Так, мы уже выехали, да? Блин.
его не заметил. Так, давайте быстро жмем на кнопку. Нашу винтовку. Хорошо, что мы разложили все, что могли разложить. Запускаем двигатель. Ух, какой движок. Теперь можно сваливать. Фу-фу. Было мощно, ребята. Я думаю, нам есть чем гордиться. Это мощный некромор, да? Прекрасно, прекрасно. Но все-таки огнемет выложу. Мне он кажется скорее бесполезным, чем полезным. Я же заберу с собой. А два выстрела кинезиса убивает некромор. Есть смысл качать кинезис, да? Кто, блин, где? Не так. Алло, алло, открой дверь. Понял. Да чё это было сейчас? Этого я не вижу. Блин. Фейк ты нафиг, окей? Give me all the data you have. I'll try to adjust course. Isaac, take the transmitter here. Meet me on the bridge. I'll lift the station lockdown. We need to work on this together. В общем, Хэммонд Хэммонд и Кендра поговорили о том, что по кораблю квасят метеориты, а защита не работает, и поэтому надо ее включать, иначе корабль развалится, о чем сказал Айзек. Поэтому мы сейчас отправляемся на мостик, чтобы предотвратить развал корабля. И Шимура все-таки не Советский Союз. Его развалить просто так не получится. Тем более мы в деле здесь. Нас будут встречать? Может, стоило взять с собой что-нибудь мощное? Не, гидрозин выгорел, так сказать. Еще один заразитель. Николь? Угу. Как его масть. Уже Николь на связь выходит с Айзеком. Там был враг? Мне показалось. Мне показалось. Ага. Ну-ка. Ой, как это работает. Они горят и корчатся от боли, как приятно! Ха-ха-ха-ха! Только тварь выжила, да? Не, прикольно, конечно, прикольно. Прикольно работает. Ладно, ладно, огнемет, убедил. Ты красивый, ты мне нравишься, все. Так уж и быть. Оставайся. Оставайся. Не буду тебя выкидывать. Прямо сейчас. Выглядит прикольно, по крайней мере, пока. Септ. Септ. Гидрозин с гелем, то есть напалм по факту. Ну, купим, но позже, когда получим себе костюм третьего уровня. Продать. Продать. Часть боеприпасов я предлагаю выложить. Не продавать, естественно. Это, пожалуй, тоже. Ну ладно, живем, вроде живем. В общем, живем довольно неплохо. Скорее бы костюм третьего уровня. Будет приятно. Сохраняемся. Давайте на этом заканчивать. Ох, нормально так побегали по инженерной палубе. Офигеть, я аж весь хрущу. О, продолжим в следующей серии. У нас еще много впереди интересного. Я весь заинтригован, получаю массу удовольствия. И готов ради этого даже довольно поздно не спать и страдать с утра. Встаю на работу. За сим я с вами прощаюсь. Всем спокойной ночи. Или, может быть, хорошего дня. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока.